Мы империи! Чести и славы! Приветствую вас, дорогие друзья. С вами снова Римас. Мы продолжаем играть в гладиаторские бои в игре Rise Son of Rome. Как вы видите, у нас кооператив. Это у нас случайно игрок. Будем их ушатывать, этих негодяев. Пошла жара. Ой, что-то у вас многовато, ребятишки. Первый фраг пошел. Превосходно. Уходим. Здесь нас обстреливают. Наша задача решить с этими варварами. Ай, как прекрасно. Превосходно. Ну что ж, что нам надо сделать? Сейчас вроде бы в укрытие уходим. Сюда, чувак, не тупи. Это у нас случайный игрок. Выполни. Все нормально. А вот это я люблю. Прекрасно. Самое главное, не допустить этих бомжей сюда. Так, выполнено. Активно у нас собрат, гладиатор. Молодец, хорошо работает. Вообще ничего не видно, да? Так, выполнено вроде бы. Так, найдите статуи. Еще, говорит, народ требует еще. Превосходно. Ну что ж, куда нам надо дальше идти? Вниз. Давай, разбирай. Работай. Ай, как отлично. Вот чего хочешь, народ. Скинули одного. Ой, уйти не успел. Давайте поможем своему братцу. Первый ушел. Он растет. Смотрите, пинается еще, ублюдок. Так, давайте спасаем этих граждан. Ой,
пропустили удар. Да ладно! Так, нам надо подальше отойти. Что-то их многовато. Не успел, блин, добить его. Прекрасно! Отлично, так, теперь что нам делать? Нам надо идти в другую сторону, походу, да? Я уже не помню эту карту. Развлечение забавно. Чтобы убивать! Со мной. Так, прибежали ребятишки. Нам надо как-то вот добить этих ублюдков именно вдвоем. Вот это зря. Беги, пока можно. Давай его! Вы это видели? Нет достойных сразиться со мной! Ни одного! Так, уходим. На мост. Сейчас тут будет жара. Сейчас будет жесткая жара. Хотя мы могли бы сейчас... Понял. Первый ушел. Это просто нельзя. Так, теперь нам надо защитить императора. Молодец, у нас хороший такой, да? Коллега. Шарящий, а то, блин, мне вечно попадаются ребятишки непонятные. Сегодня вы расскажете детям о моих великих подвигах. А здесь уже, дорогие друзья, очень сложно. Что произошло, я не понял. Что это было? Походу наш что-то тут замутил такое, что я не знаю. Так, ну что ж, мы сколько убили? 50 он убил, 40, 38. Мы казнили 4, он казнил 8. Ну, на немножко мы его опередили. Надеюсь, что он продолжит со мной биться. Если это так, то... Да, прекрасно. Это уже у нас Египет.
Ку-ку, ёпта! Пока! Он растёт меня! Ты всё равно... Ай, красота! Это просто прекрасно! Силовой удар. Вот, вот это вот зря ты сделал, гнида. Так, давайте сожгем это дело. Прекрасно! Уходим, 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 здесь бомбардировка пошла. Бежим, 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 бежим. Прими свою. Прими, Игорь, свою смерть, ублюдок. Прекрасно! Я тоже хочу похвастаться. Ну давайте попробуем выжить. Так, пилюльки забираем. Я их пилюльками называю. Ну? А, они у нас полные есть уже. Тихо, тихо, тихо. Ай, как прекрасно мы его шатнули. Отлично! Так, ну что ж, наш друг нас ждет.
Сейчас тут будет жесть. Сейчас будет здесь жесть. Это полная жесть. Прекрасно, смотрите, какой у него просто ж... Опа! Так, остались... Давай, вдвоем, молодца! Так, все, бежим. Бежим дальше. Давай, беги. Не надо здесь отвлекаться. Здесь уже бесконечные варвары будут идти. Не останавливайся. Пойдем. Вот в этой миссии надо, нельзя останавливаться. Пойдем, ну. Что это было, смотрите. Так, бежим. Пойдем. Все, бежим. Нам нужно добежать до этого места. Да не тормози ты там, пожалуйста. Ну давай, убегай, пойдем сюда. Есть такая миссия, дорогие друзья, что надо сюда именно встать и уже драться. Там они будут нон-стопом бесконечно появляться. Ну давай, ну спустись на одну ступеньку, ну. Все, наконец-то. Так, хорошо. Теперь самое главное. До свидания. Прекрасно. Ничего себе у него скилл, да, прям жесткий. Неужели мы смогли спасти императора? Дорогие друзья, вы посмотрите на это. Это полная жесть. Чемпион богов нам дали достижение Steam. И мы
опять лидируем. Правда, убийство у нас 47, у него 51. Ну, это из-за того, что я его ждал, да? Кази у нас 21, и у него 15, 5, 3. Продолжаем. Так, а я хочу дальше. Одно из величайших представлений на арене Колизея. Ну, давайте на границе. Надеюсь, он примет. Да, он выбирает Юпитера, и я тоже выбираю Юпитера. Поехали. Ой, опять что ли эта карта выходит? А, нет, это другая карта. Да, это другая. Это у нас вроде бы границы либо с Германией, либо с Британией. Сейчас посмотрим. Хорош, хорош у нее все-таки. Коллега. Хотите увидеть больше? Марк и его пропавший легион ждут своего спасения. Испытание их решимости. Ой, надо было его вдвоем казнить, но не получилось. Ну ладно, что ж, хорошо, идем дальше. Я не знаю эту карту, дорогие друзья, на границе я ни разу не играл, тем более здесь кооп. И, возможно... Дождик, сыро, и прям звуки, все это... Вождь варваров? О, боже мой. Так, по нам лук работает, да, я так понимаю? Яри. Яри, тебе сказал. С ним стоит считаться. Так, давайте поможем своим бойцу. Вот он, кстати, вождь варваров. Вот это резня. Это просто полная жесть. Прекрасно. Какая красивая казнь. Давайте заберем этих ублюдков. Ой, какая красота! Жесткий кооператив. Так, 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 стоп, 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 стоп. Ушел один. Давай, 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 давай его вдвоем казним. Да уж, походу нам конец. Я бьюсь во славу Рима и империи. Полный хаос, дорогие друзья. Ну что ж, те времена, конечно, были жестокими. Ну, такого, как здесь показано в игре, не было. Для варваров нелегкая задача. Осилят
Хорошо. По нам локи работают. Стоп, подождите, мы неправильно пошли. Походу здесь нам надо идти. Немного застряли. Тоже работает пана. Ну что ж, здорово, ребята. Уходим, уходим, уходим. Так, лучники сверху. Мне нужен мой коллега. Коллега, ты где? Так, мне бы к лукам дойти. Превосходно. Коллега, ты где? Куда он ушел? Один ушел. Второй ушел. Прекрасно, мы теперь с тобой один на один. Давай вдвоем его. Это просто резня. Великая победа Рима. Еще один под варваром убить. Ушли. Так, вдвоем, да, вы? Вы вдвоем, да? Ку-ку, ёптать. Прекрасно. Уходим вниз. Красота. Я добро пожаловать! Здесь я, император! Вот это полная жизнь! Так, хорошо, уходим, уходим сюда. Отправим его туда. Ай, какая красота! Смотрите, это просто полная жесть. Я слышу, как народ скандирует мое имя. Раунд выигран. Просто красотища. В этот раз он нас порвал. Красавчик. Ранг у нас 13, у него ранг 61. Ну, это левел, да, можно сказать. Продолжаем, дорогие друзья, эпические битвы на арене Колизея в игре Rise of Rome. Ну что ж. Наш случайный партнер довольно достойно себя ведет в битвах. Битва Карфаген. Мы уже с вами проходили такую битву. Одни. Тихо. Вот это вот силовой удар. Мне не нравится. Один. Два. Поделись,
со мной? Ни одного? Хвостуны мы вдвоем, да? Это полная жесть. Так, это у нас карта называется Оазис, если я не ошибаюсь. Кстати, у меня эти закончились. Бутылочки. Ну, давайте разрушим катапульты. Вперед. Это у нас карфагенские катапульты, да? Ломаем, ломаем, ломаем катапульты. Ага, он уже взялся за это. Это у вас многовато, ребятишки. Превосходная кончина наших врагов. Давай вдвоем, вдвоем, вдвоем. Ну, давай, давай, давай. Затупил наш партнер. Просто кончили. Я направо, ты налево. Делаем, делаем миссии. Пусть он пока их отвлекает, а мы с вами пойдем. Сейчас заберем, походу, пилюлечки. Прекрасно. И идем дальше. Так. Меня, походу, кто-то преследует, да? Обнажите мечи. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, у вас что-то многовато тут, ребятишки. Что-то у вас много. Ушел, толстяк. Сломали ублюдка. Хороший день, чтобы умереть, но еще лучший, чтобы убивать. Уничтожьте эту угрозу. Так, ну что ж, здесь будет намного жестче, чем это было ранее. Бегут ребятишки.
Давай, давай, давай его вдвоем прикончим. Вот чего хочет Ри. Для тех, кто забыл, Рим только что снова доказал свое превосходство над врагами. Ну, в этот раз он нас намного, намного ушатал. Вынужден снова склониться перед Римом. Да уж. Давайте с вами выберем еще одну карту, последнюю, и уже завершим на этом. Представление превзошло самые смелые ожидания самого императора. Я не знаю, что я выбрал, у меня тут подвесон пошел, да? Так, мы уже это дело разблокировали, давайте мы с вами Марса возьмем. Бонус урона. Костры войны. Поехали. У нас нет синхронного убийства, вот я заметил. Он как-то слоупочит эти моменты. Извиняюсь. Эта битва сует нам свежее мясо. Свежее мясо. Крови и схватку бессмертной боли. Давай, 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 не тупи. Ну, двойную казнь надо делать. Давай, двойную казнь, ну. Ну. Опять тупит. Да что ты будешь делать? А может быть это соединение у нас тупит? Возможно так. Освободите пленников. Вот они наверху. Толку, ёпта. Так, помогаем своему товарищу. Что-то глюкнуло, видели, да? Так, уничтожьте оставшихся стражников. Есть! Прекрасно, поймали мы его, этого толстяка. Забрали фраг у нашего товарища. Так, ну что ж, по всей видимости, нам надо наверх подняться. Насколько я помню, это так. Я бьюсь во славу Рима и империи! Переходим границу. Красавчик. Так, что-то у вас многовато, ребятишки. Опа, два удара мы пропустили, дорогие друзья. Так, подпускаем сюда. И включаем свой бонус.
Счастливого пути, ублюдок! Так, у нас капкан тут. Давай, 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 давай его вдвоем. Видос. Ну, у нас бонус к урону вообще жестко поднимается, да, дорогие друзья? Вы заметили, когда мы добиваем, и это красиво все выглядит, у нас появляется ярость и бонус к урону. Так, по нам катапульты работают. Уводим, уводим, уводим своего бойца. Удержим эту позицию. Хорошая позиция, чтобы умереть. Повезло. Многовато, ребятишки. Вот это жесть, это полная жесть. Так, удержим, удержим позицию. Нам надо удержать позицию, именно сюда вставать, да? Захватываем, захватываем. Нельзя с силовой атакой нападать. Ну иди сюда, ну куда ты там пошел? Не тупи. Надо туда, туда подходить, на эту территорию. Пойдем сюда, пойдем сюда. Ну, не тупи. Все, наконец-то. Так, убейте всех оставшихся врагов. Хорошо, убьем, без проблем. Давай, до свидания. Идем дальше. Тихо, 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 в капкан попал. Это полная жесть. И он тоже попал. Уходи, уходи, уходи.
один. Убейте вождей варваров. Хорошо. Сейчас с этим займемся. Ой-ой-ой-ой-ой. Выполнено. Наконец-то. Да, наш ранг уже... ну, чуть-чуть догоняем нашего врага. Ой, нашего союзника, да? Ну что ж, дорогие друзья, это была... Да ладно, опять что ли? А, стоп, не надо. Не-не-не, мы не уходим. Это у нас второй тур этой карты, и уже с вами возвращаемся. Давайте еще один тур добьем. Вроде бы все должно быть чики-поки потом. Я пора отправиться в опасный путь по Тернобургскому лесу. Слайки тропа. Лагерь ждет. А! Прекрасно, отлично. Так, бежим. Он не должен уйти! Убейте вождя! Обни его силу! Так надо, надо с луками поработать. До свидания. Так, это у нас вождь, да? Ушатали. Так, подождите, стоп, у нас где-то еще где-то лучники, да, работают по нам. Вот они, кстати, ребятишки. Гнида. Прекрасно. Так, потушить огонь нам надо, кстати, у нас время заканчивается. Давай, 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 молодца, все, потушили. Я бьюсь во славу Рима! Лучше есть, чтобы умереть! Но еще лучше, чтобы убивать! Воины будут кинуть один за другим! Развлекаем толпу, самое главное, о толпе нельзя забывать. Убейте вождя. Римская доблесть во всей красе! Римская доблесть во всей красе. Варвар! Нас целью!
ушатали. Ой, ты у нас без щита остался, да, чувак? Давай, до свидания. Прекрасно. А где вождь-то? Вождя-то надо найти срочно. Вот он! Красавец. Молодца. Мы подготовили битву на все века. Так, тушим. Давай, я встаю. Иди туши. Иди туши. Ах ты, зараза. Засранец. Так, понял. Все, ушатали. Наконец-то. Ну что ж, дорогие друзья, с вами был Римас. Это была такая серия на расслабоне. У меня вечер. И я решил немного поиграть в сетевые битвы в игре Rise of Rome режим Гладиатор. Всем удачи!